Снятые на мобильный телефон кадры, на которых полицейский останавливает элитный внедорожник со словом «Асанали» вместо госномера, сразу стали вирусными. Как выяснилось, кадры были сняты в Казларде, а автомобиль со странным номером принадлежит мэтру киноискусства, народному артисту СССР и Казахстана Асанали Ашимову. Представители правоохранительных органов разъяснили ситуацию. Автомобиль марки «Кадиллак» был остановлен из-за отсутствия госномера. Как выяснилось, автомобиль используется для съемок документального фильма, посвященного 85-летию легендарного артиста театра и кино Асанали Ашимова. В департаменте полиции сообщили, что после предупреждения на автомобиле был установлен соответствующий государственный знак.